страны. Сегодня я предлагаю вашему вниманию обзорное видео. Тем, кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. И сегодня, мои дорогие, я хочу познакомить вас с новинкой в области укладки волос. В общем, обзор на ту посылочку, которую я получила, сделаю полным. Надеюсь, что он вам понравится. И надеюсь, что вы с пользой и удовольствием проведете вместе со мной время. Саму распаковку посылки я уголочки где-нибудь вставлю. Конечно, посылка пришла мне в кратчайшие сроки. Буквально в течение 5 дней посылка была доставлена с сайта. Название сайта тоже я в описании под видео вставлю. Ссылку на тот продукт замечательный, который я вам сегодня покажу, тоже в описании под видео я оставлю. Короче говоря, сегодня я хочу познакомить вас с таким способом укладки волос, как щетка. Конечно же, это хорошая альтернатива утюжкам, всем известным, но более безопасная, чем утюжки. На себе, конечно, я это все дело испытала. Я не сторонник укладок именно с помощью утюжков, каких-то плоек. Те девчонки, кто видео мои постоянно смотрит, знают, что я только за самые безопасные способы укладки волос. В общем, к таким безопасным способам относится именно вот эта вот щетка. Конечно, хочется, чтобы волосы были ухоженными, чтобы они были гладкими. Те девчонки, кто имеет волнистые волосы, конечно же, имеют такое огромное желание выпрямить их. И вот с помощью различных утюжков вытягивают, с помощью щетки, фена. Но вот это хорошая альтернатива для тех, кто хочет именно иметь гладкие, выпрямленные, блестящие, ухоженные волосы. На себе я испытала вот этот вот утюжок. Кстати, скажу, сегодняшнюю укладку я уже сделала с помощью вот этой вот расчески. И сам процесс, конечно же, я вставлю в видео, покажу. Вы можете, сможете, вернее, увидеть, как это все выглядит в реальности. И, в общем-то, давайте посмотрим, как я укладывала свои волосы с помощью вот этой вот щетки.
получила после того, как я уложила волосы с помощью вот этой вот щетки. Все технические характеристики тоже, конечно же, мне интересно было узнать. В первую очередь я почитала о тех особенностях, которые имеет вот, это, вот этот способ укладки волос. Первым делом я убедилась в безопасности, чтобы не навредить своим волосам. В общем-то, да, все параметры были соблюдены. Лицензия у этого продукта тоже имеется. Я, конечно же, проверила и этот фактор. И, в общем, я осталась довольна результатом и самим продуктом. Очень удобно держать в руке. Инновационный дизайн со встроенным зеркалом. Очень удобен в использовании. Удобная ручка с матовой металлической отделкой. Очень легко пользоваться. В руке лежит. Здорово. Щетина с покрытием от ожога позволяет больше контакта, чем плоская железка утюжка, ионизация для выравнивания волос, защита от повреждения, делает волосы более здоровыми, блестящими, гладкими и послушными. Щетка с автоматическим отключением. Поворотный шнур на 360 градусов также имеет автоматическое отключение. Настройка с помощью одной кнопки для каждого типа волос предусмотрена для трех типов волос, для толстых, очень кудрявых волос, для волос средней тонкости и для слабых тонких волос окрашенных тоже предусмотрен режим. Можно использовать для укладки. Вообще это универсальная щетка. Вытягивание утюжком, это все, мне кажется, настолько вредит волосам, что я не рисковала, конечно, использовать вот на своих волосах вот этот способ укладки. А вот с помощью вот этой вот щетки все обошлось замечательно. Думаю, что в каких-то таких ответственных моментах я обязательно буду пользоваться вот этой вот щеточкой. Мне она очень понравилась. Девчонки, рекомендую. Ссылку оставлю на сам продукт. Да, кстати, скажу, что на сайте этого продавца есть огромный выбор и других каких-то товаров именно для укладки волос. То есть там есть различные фены с ионизацией, с различными режимами укладки. Есть какие-то щетки, в том числе там есть и утюжки. Тоже можете зайти посмотреть. Ценовая категория, я не скажу, чтобы была высокой, но все вот эти вот товары, которые на этом сайте представлены, они имеют лицензию. Производитель гарантирует качество своего товара. Надеюсь, что мой обзор был полным. Вы получили полную информацию по тому продукту, который я сегодня вам показываю. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.